اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. На прошлой лекции мы разъяснили важность изучения акиды и таухида. Также мы объяснили, что такое акида тус-саляфи ахли суннати валь-джамаа. Акида наших праведных предшественников ахли суннати валь-джамаа, что она в себе включает. Дорогие братья, тот человек, у которого акида правильная, то есть у него таухид правильный, то все его дела тоже правильные окажутся, иншаллах. Почему? Потому что у него фундамент правильный. Если фундамент ровный, то стены тоже на нее пойдут ровные. А тот человек, у которого акида неправильная, у него отклонение в таухиде, то его все дела тоже пойдут неправильными. И они будут незасчитанными ему. Почему? Потому что у него из корня, из фундамента уже идет неровно. То, что строится на нем, тоже неровно, и она до поры до времени так остается, а потом рушится. И основой этой акиды, которую мы будем изучать, иншаллах та'аля, во-первых, это достоверные знания. Достоверные знания, которые мы вытаскиваем из откуда? Из Корана, из Сунны и из единогласного мнения наших саляфов. Акида берется из трех источников. Коран, Сунна и единогласное мнение наших саляфов, трех веков. Акида не берется от сравнения, то есть логика, философия и сравнение абсолютно к акиде никакое отношение не имеют. То есть акида не будет, если это так, значит так должно быть. Такой нету в акиде. Фикх есть такой. Если это так, то это тоже так должно быть. Например, в Коране Аллах говорит, что хамр, вино харам. Вино что делает? Вино опьяняет. Если пиво тоже опьяняет, такой же хукм берет пиво тоже. Хотя в Коране не говорится, что пиво харам. Поняли? Вот эти сравнения фикха бывают они. А в акиде не бывают сравнения. Логики, философии никакое отношение к акиде не имеют. У акиды есть всего лишь три источника. Китаб, то есть Коран, Сунна и единогласное мнение наших саляфов. Вот эти знания в себе включают это акида, которые мы будем изучать еще. Знания, которые вытащены из этих трех источников. Вторая основа этой акиды – вера в скрытое. Вера в то, что ты не видел. Вера в то, что ты не ощущаешь. Всего лишь тебе рассказали. Всего лишь тебя донесли, что будет такое, или было такое, или Аллах является таким. Ты веришь в это. Почему? Потому что ты обязан верить тому, что Всевышний Аллах говорит, и тому, что его посланник доносит до тебя. И третья основа этой акиды – аль-куфру бит-тагут. Отрицание тагута. Не вера в тагута. А тагут что такое? Это любая вещь, которая переходит свои границы. Любая вещь, которая переходит границы. А основной тагут в наше время – это те люди, которые перешли свои границы и взяли на себя функцию Всевышнего Аллаха в законодательстве. В основном. И мы отрицаем любая структура, любое направление, которые на себя взяли функцию Аллаха и издают законы,
чтобы люди жили по этим законам, мы отрицаем все эти законы. Как бы они ни назывались, это тоже одна из основ нашей акиды. Четвертая основа, чтобы мы в соответствии с этой акидой жили. То есть таклиф, то, что Всевышний Аллах предписал нам, возлагал на нас, мы живем в соответствии с этой акидой. Пятое, аль-ихрасу лиллахи та'аля фил акида. То, что мы верим в Всевышнего Аллаха, не хватает, чтобы это было как информация, которую ты услышал. Но ты знаешь, что это так, это не хватает. В нем должна быть искренность, вера, на самом деле убежденность, что это так. Убежденность и надежда. Если ты поверил, что Всевышний Аллах мстит притеснителям, например, что Всевышний Аллах помогает мусульманам, это не хватает, чтобы ты просто узнал это как информацию. Там должна быть искренность, убежденность и надежда на Всевышнего Аллаха. Ты должен быть уверен, что Аллах является таковым. И последнее, искреннее следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, что основы нашей акиды. Коротко если сказать, это основы нашей акиды. Акида туссаляфи салих, акида наших праведных предшественников, она отличается и она является достойным, чтобы за ней последовали люди и верили в нее. Почему? Потому что, во-первых, источники чистые у этой акиды, в которых нет никакого сомнения, как мы сказали, Коран, хадис и то, на чем сошлись наши саляфы, то есть единогласное мнение. Чистые источники. А не у халяфов, которые пришли позже у людей, у них источники нечистые. Почему? Потому что они влезли в логику и философию. Логика может быть и правильная, и может быть неправильная. Почему? Потому что люди ее создали. Философия может быть правильная, и может быть неправильная. Почему? Потому что какие-то греки и римляне ее создали и написали. У них источники акиды являются нечистыми. Туда грязь попала. Грязь логики и философии попала туда. Поэтому она небезопасна, чтобы за нее последовал человек и остался в сохранности и полноценности. Поэтому, во-первых, она достойна, чтобы мы следовали за ней, потому что источники чистые, в которых нет никакой грязи. Много отличий есть у этой акиды от других акид. Самый важный, скажем. Второе, лозунг этой акиды – полная покорность Всевышнему Аллаху. Что бы Аллах ни сказал, мы поднимаем руки. Обе руки поднимаем, говорим «Саллямна». Мы покорились тебе, Аллах. Мы уверовали, мы признали, мы утверждаем. Это лозунг нашей акиды. Как имам Ахмад, рахима Аллаху та'аля, сказал в своей книге «Усуль Сунна», каким бы диким твоим ушам это ни казалось бы, что бы ни пришло в Коране, что бы ни пришло в Сунне, ты должен уверовать и признать это. Хотя это тебе кажется диким и неприемлемым, необыкновенным и так далее. Мы на это не смотрим. Наш лозунг – полная покорность Всевышнему Аллаху и полное последование за его посланником, саллаллаху алейхи вассалям. И последнее, один из важных отличий акиды Ахли Сунна ва Джамаа – ясность и прозрачность. Нету там запутанности, нету там головоломки. Все ясно. Читаешь акиду, возьми, вот Вадим будет читать. Ничего нету там запутанного. Все, что он тебе говорит, приводит на него довод из Корана или Сунны, или слова наших саляфов. Ничего запутанного нету, который невозможно понять. А на самом деле у других течений, я изучал акиды других течений тоже, когда я учился в Усулидин. Я изучал книгу «Аль-Иктисад фи аль-Итикад» имама Аль-Газали. Валла, я ничего не понял оттуда. Ты перелистаешь 20-30 страниц, один аят не находишь там. Все ссылается на логике и философии. Я решил для себя, прежде чем как прочитать эту книгу, человек должен взять курс логики или философии, когда только начнет понимать эту книгу. В следующем курсе мы изучали Шарфуль Акидати Насафия, Тафтазани, матуридитскую акиду. Это была ашаридская акида. Другая матуридитская акида. Это еще хуже, еще углубленные, еще запутанные. Я в шоке был, я еле как сдал экзамен, просто вызубрил и сдал экзамен. Чтобы из университета, чтобы не выгнали. Поэтому, дорогие братья, наша акида, акида Ахли Сунна валь Джамаа, она ясная, прозрачная. Любой бедуин поймет ее.
маленький, и взрослый, и старый, и женщина, и мужчина, все поймут эту акиду. А чтобы понять акиду ашаритов или матуридитов, для этого человек должен учиться, он должен курсы взять там, философии, логики. Поэтому, наверное, они нам добавляли, у нас почти в двух или трех курсах логика и философия предмет была. Чтобы ты ее читал, потом понял акиду. لا حول ولا قوة إلا بالله. Поэтому, дорогие братья, салафия, то есть акида, которая ссылается на убеждениях наших салаф и салих, оно является мазхабом и манхаджем ахли сунни ва джамаа. Не так, как некоторые люди сказали, это не мазхаб, не манхадж. Это всего лишь был период времени салафия. Это является ошибочным мнением. Это салафия является манхаджем акиды. И мазхабом нашего нравственности и поведения, за который мы должны и обязаны следовать. И вчера тоже затронули некоторые братья эту тему. Можно ли назвать себя салифом? Салифом нельзя назвать себя, брат. Почему? Потому что салиф, мы сказали, это те люди, которые были в трех веках и которые придерживались истины. Человек может себя назвать салафием, или, скажем, на русском языке, салафистом. Салафитом, или можно сказать. То есть, стараясь следовать за этими салафами. Поняли? Стараясь следовать. А так мы полноценным образом, как эти салафы, жить никогда не сможем. Потому что у нас столько шахаватов, столько шубухатов. И просто мы говорим, как говорится, арабы говорили, если мы не можем быть похожими, если мы не можем быть как они, хотя бы постараемся быть похожими на них, чуть-чуть хотя бы. Поэтому это слово салафия, человек должен гордиться тем, что он салафист или салафит. Почему? Потому что он следует тем людям, которые были во время салафа. Он следует за сахабами, он следует за табиинами, он следует за атбау табиинами. И никакого стыда человек не должен испытывать, когда на него называют салафитом. Альхамду лиллях, мы следуем за салафами. И стараемся, хотя мы не можем полностью следовать и подражать им, хотя бы каким-то образом мы стараемся быть похожими на ними. Сейчас мы заходим в изучение нашей акиды. Это было предусловие, вчерашняя лекция и то, что я сейчас сказал, это предусловие к изучению нашей акиды. Акида и таухид. Первая и основная ее тема – это наш Господь. Господь Всевышний Аллах. То есть, в основном, акида изучает Аллах. И все, что касается с Аллаха. И наше отношение с Аллахом. Поэтому первое, что мы будем изучать, иншаллах, первый урок у нас будет касаться Всевышнего Аллаха. То есть, единобожие. Единство Всевышнего Аллаха. В своем божестве, в своем господстве, в своих именах и атрибутах. Поэтому, что такое аль-иману биллях, вера в Аллаха? Аль-иман биллях, это сегодняшняя тема нашей лекции. Аль-иману биллях, вера в Аллаха, это означает крепкая вера и полное признание и убежденность, в которой нет никакого сомнения, что Всевышний Аллах существует. Во-первых, мы должны быть убеждены, что Всевышний Аллах есть. То, что Бог существует, не отрицали, кроме как некоторые малое количество течений или людей. Аллах есть, Аллах существует. И на это указывающие много доводов, которые мы видим в своей жизни. Передается, что один из ученых салифа, некоторые говорят, что это был Имам Абу Ханифа, рахмаху Та'аля, что он договорился с безбожником пойти на диспут. Был безбожник, который говорил, нету Аллаха. То есть Создателя нету, нашего Господа нету. Это все само по себе спонтанно так получилось, все это. Договорились они встретиться после Асра. И пришел этот человек, безбожник и его последователи. И пришли люди, которые хотят посмотреть на их диалог. И Абу Ханифа, рахмаллаху та'аля, опоздал на этот диспут. На час, на два. Опоздал он. Когда он пришел, они спросили, почему ты опоздал, значит, долго после Асра.
Он сказал, я был за этой рекой и ждал, пока придет лодка, сесть на нее, перейти эту реку и потом прийти. Ждал, никто не пришел. И в одно время появился топор. Оттуда появились доски. Этот топор начал рубить эти доски и делать из нее там лодку. Сам по себе топор появился, доски появились, и лодка сама себе получилась. Я сел на нее и пришел, чуть-чуть опоздал. Извините меня. Они сказали, вот ваш друг глупости рассказывает, он глупый человек. Как может быть, чтобы сама по себе лодка получилась, и он сел на ней пришел? А потом я сказал, он сам ответил на свой вопрос. Ты считаешь удивительным и невозможным, чтобы вот эта маленькая лодка, на которой может два человека сесть, что она сама собой что спонтанно не может такое случиться, а ты говоришь, все эти вселенные, всем небес, всем земель, все это звезды, солнце, все это люди, животные, все это нету того, кто это сделал. Что это просто так получилось спонтанно. А потом он сказал, что он сам ответил на ваш вопрос и встал и ушел. То есть настолько это ясно, поэтому очень мало людей были, которые отрицали сущность Всевышнего Аллаха и его существование и божество. Или, скажем, господство. Поэтому мы должны верить, во-первых, аль-хамду-лилля, что Аллах сделал нас из верующих, которые верят, что наш Господь есть и существует. Мы должны верить в Его господство. То есть господство что означает? Это означает, что Всевышний Аллах нас создал, что Всевышний Аллах является владыкой, что Всевышний Аллах является управителем. Он управляет вселенными, Он управляет людьми и джиннами и всеми, что Он создал. Он дает нам пропитание, Он умерщвляет, Он оживляет. Это вера в господство. То есть единство Всевышнего Аллаха в Его делах. То есть только Он это может делать, никто иной. Также мы должны верить, что Всевышний Аллах единый в Божестве. Это что означает? Что Всевышний Аллах является достойным поклонения. Что мы, любой вид поклонения, мы должны делать только Всевышнему Аллаху. И нельзя ни один вид из поклонения, какой бы ни было, направлять помимо Аллаха другому. Это является таухид, то есть единство Всевышнего Аллаха в наших делах. Мы все дела делаем только Всевышнему Аллаху. Направляем свое поклонение только Всевышнему Аллаху. И последнее, единство Всевышнего Аллаха в Его качествах и атрибутах и именах. То есть, что Он только един в этих достойных качеств и прекрасных имен. И никто не обладает такими качествами и именами. И, как мы сказали, вера в Аллаха не становится полноценным, пока человек не уверует, что Всевышний Аллах един в своем господстве и в своем божестве, и в его именах и атрибутах. Поэтому мы сейчас по порядку будем изучать это. Первое. Тавхид ар-рубубия. Тавхид ар-рубубия. Единство Всевышнего Аллаха в господстве. Это что означает? Это полное признание и крепкая вера, что Всевышний Аллах единый, Он Господь всего. И Он является владыкой и создателем, и дающим пропитание. Нету Ему сотоварища. И нету на Него похожего, нету Ему равного. Он живой, не умирает. Он сущий и не спит. И не присуща Ему сон. Он причист от всякого недостатка. И от немощи. И от всякого изъяна. Он создатель небес и земель. Он управитель всех миров. И Он управляет и контролирует все эти миры. Он всемогущий. Ему принадлежит хукм. Хукм что означает? Решение, веление, суд, закон только Ему принадлежит. Это один из пунктов таухид ар-рубубия. И те люди, которые говорят, помимо Аллаха, другой тоже может решение делать, законы издавать, хукму делать, у этого человека отклонение в таухид ар-рубубия, не говоря уже о таухид ар-рубубия. У этого человека отклонение в таухид ар-рубубия. В его руках все благое. И никто не может
опровергнуть его амру, его веление. Аллах приказал, никто не может отказать это. Никто не может противоречить этому. И никто не может прокомментировать его решение. Аллах сделал решение, никто не имеет права, это было бы лучше так, или это должно быть так. Прокомментировать это никто не имеет права. То, что Аллах захотел, это будет. А то, что Аллах не захотел, этого не будет. И все, кто находится на небесах и на земле, являются рабами Всевышнего Аллаха. И под его властью, и под его управлением. Также в единстве Господство Всевышнего Аллаха заходит туда, вопрос вера предопределения. Вопрос веры предопределения тоже туда заходит. То есть, если человек не верит в предопределение Всевышнего Аллаха, у этого человека тоже отклонение таухиду рубубия, таухид Господства Всевышнего Аллаха. Также признание, что Всевышний Аллах является справедливым, и никогда он зульма не делает. Коротко сказать, таухид Аллаха Та'аля ва ифрадуху би аф'али, единство Всевышнего Аллаха в его делах. Это все его дела. Тут никто не может участвовать с Аллахом в этих вещах. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Альхамду лиллахи раббил аалямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Каждый день сколько раз мы это читаем? 17 раз, как минимум. Мы признаем, что Всевышний Аллах является Господом миров. 17 раз словесно признаем это, и потом противоречим этому. Это как понять? Некоторые люди, которые намаз делают, они признают, что Господь миров Всевышний Аллах. А Господство, что означает, мы сейчас объяснили. Потом проявляют некоторые отклонения, не верят в предопределение Аллаха, не верят, что Всевышний Аллах только обладает функцией законодательства и так далее. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аля лаху л-халк, аля лаху л-халку валь-амру табарак Аллаху раббуль-аламин». Несомненно, ему принадлежит создание и повелевание. Благословен Всевышний Аллах, Господь миров. Размышляйте над этим аятом. Несомненно, ему принадлежит создание. Кто-нибудь может сказать, встать и сказать, что помимо Аллаха другой тоже создает? Нет. Почему? Потому что Аллах говорит, несомненно, ему принадлежит создание. Только он может создать. На этом Аллах не останавливается. Аллах говорит, валь-амру, и повелевание. Ему принадлежит, только ему, несомненно. Так же, как только Аллах создатель, таким же образом, только Аллах является издающим закон, повелевающим. Никто не имеет права повелевать. Аллах только повелевает. Даже пророк, его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не имеет права издавать закон, не имеет права повелевать. Он всего лишь доносит до рабу Аллаха. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Не возлагается на тебя, кроме как ясное донесение. Аллах в Коране своему пророку говорит это. И как мы сказали, даже куфару Курайш в общем таухиду рубубия они признавали. Может быть, какие-то отклонения были в этом. В общем таухиду рубубия признавали даже Курайш. И все течения и секты, и религии признавали, которым были ниспосланы пророки. Все они признавали, что Аллах является создателем, Аллах является управителем, Всевышний Аллах дает этот пропитание и так далее. На это указывают аяты из Корана. Из них Всевышний Аллах в Коране говорит: «Куль ман ярзукукум минас самаи валь ард». Скажи им, кто вам дает пропитание с небес и земель? «Амман ямлику сам'а валь абсар». Кто властен над слухом и зрением? Второй вопрос. Третий вопрос. «Ваман юхриджу л-хайя мин аль-майити, ва юхриджу л-майита мин аль-хай». Кто из мертвого создает живого? Кто из живого делает мертвого? Из мертвого имеется в виду семя мужчины. Мертвая вещь, капелька. Из него Аллах создал человека. Человек живой, Аллах умешляет его. Превращается в труп и прах. Еще один аят. «Ваман юдаббиру л-амра». Кто контролирует веление и всем? «Фасаякулуна». Они скажут. Кто? Кому был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям?
вот эти мужики, многобожники, они скажут, Аллах, все это делает Аллах, они признавали это. Факоль, скажи им, афаля таттакун, разве вы не устрашитесь, разве вы не боитесь? Поэтому этот вид таухида признавали 99% человечества. И те люди, которые не признают это вообще глупые люди, которые просто-напросто глаза закрывают на ясные вещи. Поэтому этот таухид, этот вид таухида, таухида рубубия, единство Аллаха в господстве, этот таухид человека не введет в ислам. И этот вид таухида не делает его кровь запрещенным, его имущество запрещенным. И этот вид таухида не ведет его в рай, пока он к этому таухиду не присоединит следующий вид таухида, таухиду улухия, таухиду в божестве Всевышнего Аллаха. Что означает таухид в божестве Всевышнего Аллаха? Это означает полное признание и крепкая вера в то, что Всевышний Аллах, Он является единым Богом. Единым Богом нету достойного поклонения, кроме Него. И нету Бога, кроме Него. Он только достоин поклонения и смирения, и подчинения. Абсолютное подчинение, абсолютное смирение, абсолютное поклонение имеет на него право только Всевышний Аллах. Все, что помимо Аллаха, кому поклоняться, это все является ересью. Это ложь. Это неправда. Также туда заходит что? Это таухид. Валь-бара'ату минхум джамиа. Проявление непричастности ко всему, чему поклоняется помимо Аллаха. Ты должен проявлять свою непричастность. Я никакого отношения к этому не имею. Если он, помимо того, что он поклоняется Всевышнему Аллаху, имеет отношение к другим богам, к другим вещам, которым помимо Аллаха поклоняются, у этого человека таухид улухия нет. Ля иляха, он должен отрицать все божества. То есть отрицает он, проявляет непричастие, потом подтверждает «Илля Аллах», кроме единого Аллаха. Ему поклоняется и к нему направляет все виды своего поклонения. Все виды своего поклонения, как намаз, как пост, как закат, как хадж, как мольба, как просение помощи, как прощение защиты у Аллаха, смиренность перед Аллахом, обет, жертвоприношение, упование, боязнь, страх и много другое. Все виды это являются поклонением. Нельзя это делать помимо Аллаха другому. Коротко сказав, Таухиду Аллахи Та'аля ва Ифрадуху би Аф'али Аль-Ибад. Единство Всевышнего Аллаха в делах Его рабов. То есть дела рабов должны быть направлены только к Всевышнему Аллаху. И нельзя помимо Аллаха другому направлять свои поклонения. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама халякту л-джинна вал-инса илля ли-ягудун». Я не создал ни джиннов, ни людей, кроме как, чтобы они поклонялись мне. Это их цель. Цель жизни – поклонение Всевышнему Аллаху, чтобы заработать его удовольствие. Это таухид уль-улухия, таухид в божестве Всевышнего Аллаха, является началом религии и концом религии. Явные религии и тайные религии. Это первый призыв всех пророков. Все пророки, они говорили, я послан к вам для того, чтобы вы поклонялись Аллаху и не предавали ему сотоварищу. Нету достойного поклонения, кроме Аллаха, поклоняйтесь же ему. Вот таким образом проходили все посланники. Ради этого таухида были ниспосланы книги. Ради этого таухида были отправлены пророки. Ради этого таухида различали между отцом и сыном, между женой и мужем, между друзьями, между народами. Тот, кто верил в этот таухид, он на эту сторону уходил, а тот, кто не верил, оставался на эту сторону. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама арсальна мин каблика мир расулин». Подтверждение моим словам. Довод. «Вама арсальна мин каблика мир расулин». Мы не отправили до тебя ни одного посланника. «Илля нухи иляхи». Кроме как внушали ему. Что внушали ему? «Аннаху ля иляха илля ана».
нету достойного поклонения, кроме меня, фа'будуни, так поклоняйтесь мне. Вот призыв всех посланников, чтобы люди поклонялись только Всевышнему Аллаху. И мы, когда говорим «Ля Илляха Илляллах», толкуем эти слова не так, как толкуют некоторые заблудшие люди. Они говорят «Ля Халика Илляллах», нету Создателя, кроме Аллаха. Это неправильное истолкование слова свидетельства «Ля Илляха Илляллах». Мы толкуем эти слова как «Ля Маабуда Илляллах», нету достойного поклонения, кроме Аллаха. Это на самом деле истинный перевод этого слова. «Ля Илляха Илляллах», нету достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. А искаженное понимание этих слов, по причине чего многие люди заблудились, нет Создателя, кроме Аллаха. Он говорит, ля илляха илляллах, я признаю, что Аллах Создатель, Аллах кормит. И по причине этого перевода заблудились много людей. Если бы они понимали, что смысл ля илляха илляллах означает, что нету достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, они никому не поклонились, помимо Аллаха. И они начали поклоняться Всевышнему Аллаху. А поклонение что такое? Поклонение. Много разных определений есть у поклонения. Один из определений, который шейх Муслим ибн Таймия, рахмаху тааля, дал, это любое слово, дело, убеждение, которые приводят к довольствию Всевышнего Аллаха, которым Аллах доволен, и которые Аллах радует. Любое слово, дело, убеждение, что бы это ни было, которое делает Аллаха довольным и которое любит Аллах, это все поклонение. Поклонение, когда мы говорим, это не только поставить свой лоб на пол и делать суджуд Аллаху, это тоже поклонение и голова поклонения. Однако все, что вызывает любовь Всевышнего Аллаха к нам и довольствие Его, это является поклонением. Что бы это ни было, это является поклонением. Даже то, что мы кушаем. Вот мы встаем перед утренним намазом и кушаем. Для чего кушаем? Для того, чтобы у нас были силы, чтобы пост держать. Намерение. Мы намеревались, чтобы встать покушать, для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. Чтобы у нас силы были, чтобы поклониться Аллаху. Это тоже поклонение. Почему? Потому что Аллах любит это. И поклонение Всевышнему Аллаху не принимается, кроме как, если у нее будет две условия. Это первое, искренность, и чтобы ее делали только Всевышнему Аллаху. А второе, что? Это последование за посланником Аллаха. Субхан Аллах. Они говорят, мы поклоняемся Всевышнему Аллаху. Мы любим Аллаха. Разве нельзя так делать? Разве нельзя так делать? А что плохого в этом? Так говорят они. А тогда ради чего был послан посланник Аллаха? Ради чего был послан? Не ради того, чтобы показать людям, как нужно поклоняться Всевышнему Аллаху. Донести до них вот так и вот так, вот так нужно поклоняться Всевышнему Аллаху. Приведем такой пример. Отец уходит из дома и говорит своему сыну. Вот здесь окно, нету на него ни форточки, ни окна, ничего, просто проем есть. Ее надо закрыть досками. И надо эти доски поставить вертикально. И уходит он. Приходит домой отец, этот сын горизонтально поставил эти доски. Закрыл же он ее. Даже закрыл. То есть этот проем он закрыл. Однако отец еще скажет ему, почему ты горизонтально, я же тебе сказал вертикально. Он скажет, какая разница, я же закрыл. Вот такой пример этих людей. Разве отец будет доволен? Отец скажет, я тебе не так говорил, а вот так говорил. Не примет его работу. Такой же пример. Всевышний Аллах говорит, поклоняйтесь ему. А пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, показывает, вот так, вот так, вот так нужно поклоняться. А приходят люди и придумывают от себя поклонение Всевышнему Аллаху. Говорят, что плохого? Мы только поминаем Всевышнего Аллаха. Мы же намаз делаем. Что это плохого? Плохого в том, что ты сам придумал от себя себе поклонение. Не то поклонение, которое пророк тебе показал. Вот в чем похоже. Ты сам подумал, что ты пророк. Что тебе тоже можно как пророку показать себе какие-то поклонения. Плюс к этому у него получается убеждение, или у него сомнение, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не донес свою религию до людей.
Если донес, почему ты от себя что-то придумываешь в религии? Значит, у тебя есть сомнения, или ты подозреваешь пророка, что он умер и не донес свою религию до людей. Миссию Аллаха, которую Аллах возлагал на него, он не донес. Так получается. И ты, умный, приходишь и придумываешь от себя что-то в религию, и начинаешь поклоняться Всевышнему Аллаху. Поэтому, манхадж ахли сунни валь джамаа, манхадж ахли сунни валь джамаа, чтобы мы поклоняли Всевышнему Аллаху и не предавали ему сотоварищей. Мы не просим помимо Аллаха другого. Мольбу мы не делаем помимо Аллаха другому. Мы не просим помощи, мы не просим защиты, мы не просим спасения, кроме у Всевышнего Аллаха. Кроме у Всевышнего Аллаха. Мы не уповаем, кроме на Всевышнего Аллаха. Мы не боимся, кроме Всевышнего Аллаха. Мы приближаемся к Всевышнему Аллаху через поклонение, через подчинение Всевышнему Аллаху и хорошими делами. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ва'абуду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайа». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварищей. Как мы сказали, в виде поклонения не заключается только в намазе или в суджуде. Жертвоприношение – это является поклонением. Обет давать – является поклонением. Уповать на другого – является поклонением. И один из поклонений, которые люди, помимо Аллаха, другому делают в наше время – это мольба. Просят помимо Аллаха другого, просят мертвых, просят у могил. А Всевышний Аллах в Коране что говорит? «Вапаля раббукум адуни астаджиб лякум». Ваш Господь вам сказал: «Просите у меня, я вам отвечу». Субхан Аллах, приказ Аллаха в Коране, Аллах говорит: «Удуни, рабы мои, попросите у меня». Они говорят: «Нет, мы будем просить у пророка». «Просите меня, нет, мы будем просить у Хасана Фанди». И так далее. Субхан Аллах, есть, не говоря уже о ширке, не говоря о другом. Приказ Аллаха прямой к своим рабам. Скажи им: «Ваш Господь вам говорит, меня просите, я вам отвечу». Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ваман адаллу мимман яд'у мин дуни Аллахи, ман ля ястаджибу лаху иля яуми ль-кияма». Кто же может быть глупее и тупее, чем тот человек, который просит помимо Аллаха того, кто не ответит ему до судного дня? Он просит у этого мертвого, который ему никогда не ответит. До судного дня он не ответит. Аллах в конце говорит: «Вахум ан дуаихим гафилун». И эти люди, кому они взывают, они от их мольбы беспечны. Они даже не знают, что они просят их. Настолько ясные аяты Корана. Еще яснее аят. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Раликум Аллаху Раббукум». Много сифатов Всевышний Аллах рассказывает свои и в конце говорит: «Раликум Аллаху Раббукум». Он ваш Господь. Аллах, Он ваш Господь. «Валлядина тадруна мин дунихи ля ямликуна мин катмир». А те, помимо Аллаха, кому вы взываете, им не подвластна даже клева, которая между, как скажем, финиковая косточка, там бывает полосочка вот такая, или то, что на финиковой косточке клева бывает такая прозрачная, пленка. Даже вот это нету у них. Субхан Аллах. Они просят и детей, просят ризк, просят, чтобы они ввели их в рай, чтобы спасли нас сираты и так далее. Вот эта клева, пленка, которая на финиковой косточке, даже это они туда приняли. Затем что Аллах говорит? «Ин тадрухум ля ясмау дуааакум». Субхан Аллах. Настолько ясно это. Если вы будете взывать к ним, они не слышат ваши мольбы. «Ля ясмау дуааакум». Они не слышат ваши дуа. «Валяу самиу настаджабу лякум». Даже если послушали бы, говорят, услышали бы ваши мольбы, они не ответили бы. И в судный день что будет? «Ваяума ль-киямати якфуруна биширкикум». И в судный день они будут отрицать ваши многобожие. Эти люди, которым они взывают, судьи не станут. Мы не приказывали им, чтобы они взывали к нам. Они ширк делали. Мы отрицаем этот ширк, мы не признаем это. «Валя юнаббиука митлю хабир». И не расскажет тебе это, кроме как сам ведающий Всевышний Аллах.
Аллах же лучше знает. Аллах знает, кому нужно просить, кто на что способен, кто что должен делать. Это все Аллах знает. Хабир, валя юнабил камитру хабир, это мне тебе не расскажет, как сам ведающий Всевышний Аллах. И третья часть таухида, таухидуль асма и вассифат. То есть единство Всевышнего Аллаха в достойных его качествах и прекрасных именах. Это означает крепкая убежденность и признавание, что у Всевышнего Аллаха есть прекрасные имена и возвышенные качества. И что Он описан всеми достойными качествами. И Он причист от всякого недостатка. Любое достойное качество Аллах описал это. Любое недостойное качество, недостаток, Аллах причист от этого недостатка. Мутафарридум бидалика ан джамии аль каинати валь махлукат. И Он единый. Он отличается от всего создания этим. Тем, что у Него есть прекрасные имена и возвышенные качества. Ахли сунна валь джамаа, они знают своего Господа через чего? То есть, ты знаешь своего Господа. Откуда ты узнал его? Через Коран. Через сунну пророка Саласа. Невозможно по-другому узнать Аллах. Возможно узнать Всевышнего Аллаха, что Он существует, что Он Господь, через некоторые знамения. «Вафи анфусикум афалятуб сиро». Даже в ваших телах, в ваших душах, когда есть знамения, разве вы не видите, Аллах говорит? Можно узнать, что Всевышний Аллах является Господом. Однако, какие у него сифаты, что он делает и так далее, невозможно узнать, кроме как через Коран и Сунну. Поэтому мы познаем своего Господа тем, что было написано в Коране и тем, что было написано в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы не отклоняемся в атрибутах и именах Всевышнего Аллаха от истины. Отклонение, вот этот ильхад мы не делаем. Отклонение проявляется в чем? В том, что мы можем уподоблять Всевышнему Аллаху на нас. Это отклонение. В том, что мы начнем объяснять, как это. То есть, когда не объяснено, как, мы не имеем права дополнять вот так и вот так сказать. Отклонение проявляется в том, что мы отрицаем смысл этих сифатов или имен. Мы говорим «Аллах Рахим», но мы не знаем, что означает «Рахим». Отрицает «Рахма», отрицает милосердие Всевышнего Аллаха, однако называет его «Рахима» или «Рахман». Это «Таатил». Также проявляется в тахриф, искажении смысла этих сифатов или этих имен. Как в этом попали много людей, много сект, начиная от джахмитов и те, которые последовали за них из числа ашаритов и матуридитов и так далее, и мутазилитов, которые у них были отклонения в понимании имен Всевышнего Аллаха и его качества. Исказили смысл этих аятов, смысл этих имен, смысл этих качеств. И наше правило по отношению имен и качеств Всевышнего Аллаха какова? Ляйса камитлихи шайун. Нету ему подобного. Отрицаем подобие Аллаха на его создании. Вагу вассамиу аль-алим. И он является слышащим и видящим. И утверждаем сифат Аллаха. Тем, что мы утверждаем, что Аллах слышащий и видящий, от этого не вытекает, что Всевышний Аллах похож на свое создание. Как это хотят говорить джахмиты. Если мы скажем, что Аллах слышит, значит, у Аллаха должны быть уши или перепленка и так далее, и начинают говорить. Субханаллах. Аллах говорит, нету подобного ему, потом сам утверждает, что Аллах слышащий и видящий. Это означает, что это не означает, что этим Аллах уподобляется своему созданию. Избегая уподобления Аллаха на его создании, много людей попали в заблуждение. Много людей попали в заблуждение. Также Всевышний Аллах в Коране говорит, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. У Аллаха есть прекрасные имена. Так просите у Аллаха через них. Скажи, о Аллах, о милосердный, помилуй меня. О прощающий грехи, прости мои грехи. О великий, о могущественный, сделай что-то и то-то. И так далее. О дающий пропитание, дай мне пропитание. И так далее, через эти имена, что мы просили Всевышнего Аллаха. Дальше Аллах говорит, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. И оставь тех людей, которые отклоняются в именах Всевышнего Аллаха. سَيُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Им будет воздано за то, что они делали.
то, что они отклонялись в именах Аллаха и сватах Аллаха налево-направо, им будет воздано, они будут наказаны Всевышним Аллахом. Также мы не придаем облик сифатам и именам Всевышнего Аллаха. Мы не вставляем рамки, вот столько это сифат, дальше не идет. Аллах лучше знает, чем Он описал себя. Можно было ли описать этим именем себя или этим качеством? Аллах лучше знает об этом. «Коль аантум а'ляму амиллях», говорит Аллах. Разве вы знающие, более знающие или Аллах? Конечно, Аллах более знающий. Поэтому Аллах знал, что Он не спосылает в своем плане. И Аллах знал, что Он велит своему пророку, чтобы он донес до людей. Также нельзя всякие примеры приводить Всевышнему Аллаху. «Фаля тадрибу лилляхи ламталь». Не приводите примеры Всевышнему Аллаху. «Инна Аллаха я'ляму ва антум ля та'лямун». Аллах знает, но вы не знаете. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда описывал своего Господа, он лучше знал, чем он описывает своего Господа. И что может вытекать из этих сифатов и имен. И что можно понять от этих имен и сифатов. Аллах, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, лучше знал. И он от себя ничего не говорил, идя за своими страстями. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى. Он не разговаривает о своих страстей. إِنْهُوَ إِلَّا وَحْمِ يُوحَى. Это всего лишь откровение, которое ему внушает. Ахлю сунна валь джамаа верят, что Всевышний Аллах является первым, у которого нет начала. И Он последний, у которого нет конца. И Он является возвышенным, над которым нет никого. И Он является всезнающим, от которого не остается скрытым ничто. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ху аль ауалю, валь ахиру, валь захиру, валь батин». Он первый, Он последний. Он возвышенный, и Он знающий все тайны. Ваху бикулли шайн алим. Сам Аллах, Субхану Та'аля, закончил аят, аль-батин сказал: «Ваху бикулли шайн алим». Аллах, знающий все. Ибн Аббас, ради Аллаху Та'аля ангу, когда тафсирил, сказал: «Аль-батин, аль-батин», он сказал, знающий все тайны. «Алляди лейса дуна илмихи шай». Нету вещь, которая остается скрытым от Всевышнего Аллаха и от знания Всевышнего Аллаха. Так же, как Всевышний Аллах не уподобляется своему творению, так же его сифаты и имена тоже не могут быть подобными сифатам и атрибутам его рабов. Субханаллах, это элементарно. Это элементарно. Мы же видим. Аллах тоже видит. Может кто-нибудь сказать, что Аллаха видение похоже на наше видение? Конечно, нет. Аллах всевидящий. Ничего не остается скрытым от Всевышнего Аллаха. А наше видение, оно ограничено этой комнатой. Даже за то, что за спиной мы не видим. Аллах видит все, что на семи небесах и на семи земель. Все, Аллах, разве это похоже? Если это не похоже, почему остальные сифаты должны быть похожими на сифатов людей? Разве нет разума? Также мы верим, что Всевышний Аллах охватывает все. Его власть, его знание, его видение, его слух, они безграничны. Они все охватывают. Аллах создатель всего. Аллах дающий пропитание всему. И Аллах является всемогущим. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аля я'ляму ман халяпа, ва хуа ль-латифул хабир». Разве не знает тот, кто создал? Аллах же создал нас. Аллах знает нас лучше нас. И лучше, чем кто-либо еще. Аллах лучше знает нас. На что мы способны, что мы можем терпеть, что мы можем тащить, что мы можем делать и так далее. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха хуа ар-разаку дуль-куватиль матин». Аллах является дающим пропитание обладателям могущественной силы. Также Ахлю Сунна валь Джамаа верят много сифатов. Если мы начнем все сифаты и имена упоминать, мы будем здесь 3 дня сидеть и перечислять. Почему? Потому что Аллах, его описание, никто не может охватывать его описание. Поэтому мы сейчас упомянем 3 момента, в котором бывает много разговоров вокруг имен и сифатов Аллаха. Первое. Ахлю сунна валь джамаа верят, что Всевышний Аллах вознесся на трон. Над семи небесами. Так же, как они верят, что Всевышний Аллах возвышенный, что Он возвышенный над своим созданием. Это мы верим и убеждены в этом. Почему? Потому что Всевышний Аллах в Коране
только о том, что Всевышний Аллах вознесся на арш, я сказал в семи аятах. Из них ар-рахману аля арш истава. Милостливый вознесся на трон. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аминтум ман фиссамаи ан яхсифа бикум ль-арда фаида хия тамур». Разве вы в безопасности от того, кто находится в небесах, то есть над небесами, что Всевышний Аллах не уберет с-под ваших ног землю, и она уйдет, и вы упадете. Также Аллах говорит: «Ам аминтум ман фиссамаи ан юрсиля алейкум хасибан». Разве вы в безопасности от того, кто на небесах, что он не отправит на вас камни? И вы тогда узнаете, каково мое назидание и предостережение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Аля та'мануни». Разве вы не верите мне? «Ва ана амину ман фиссама». В то время, когда я являюсь доверенным того, кто на небесах. Это аяты и хадисы указывают, что Всевышний Аллах возвышенный над всеми небесами и над аршем. Приходят некоторые люди и отрицают арш Всевышнего Аллаха, и что он вознесся на арш. Некоторые бикулли вакаха со всей наглостью отрицают, некоторые начинают ее искажать, толковать по-другому. Говорят, арш Аллаха — это его могущество, это его власть, что Всевышний Аллах овладел над своей властью. Что он говорит? Истауля аля арш, говорят. Истауля — это означает овладел. И арш — это его власть. Аллах захватил, овладел свою власть. И знаете, какой довод у них? Довод куплет из стихотворения «Христианин». Вот их довод. Субхан Аллах, один из ученых арабского языка, ему повелел один из халифов и сказал: «Иди и поищи арабский язык, все ее стихотворения, все ее рассказы, все ее предания. Ищи, есть ли, пришло ли в арабском языке, в источниках арабского языка, слово «истава», как перевод «иставля». Приходит этот ученый и говорит: «Валлах, я не нашел бой». И этот христианин, который пришел после пророка 3 или 4 века, он что говорит? «Кад истава бишрун аляль-Ираки бигайди сайфин вадамин михраки». Поистине овладел Бишр над Ираком без меча и без пролитой крови. Вот их довод. Аллах в Коране говорит 7 раз: «Истава», вознесся, утвердился. Они говорят: «Нет, овладел», имеется в виду, захватил. Довод какой? Куплет из стихотворения «Христианин». Маша Аллах. А у нас какой довод? У нас доводы из Корана и Сунны полны. Мы говорим им: если вы говорите, что Ар-Рахману аля аш истава, что Аллах вознесся на трон, это означает, что он овладел своей властью, тогда истолкуйте также нам хадис, который передал Бухари и Муслим, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Не возвышайте меня над Мусой, алейхиссалям. Поистине я буду первым человеком, который придет в себя в судный день. И я увижу Мусу, алейхиссалям, ухватившийся за столбом из столбов трона Всевышнего Аллаха». Сейчас здесь тоже толкуйте ее, что это могущество или власть. Разве он ухватился за столбом из столба власти Всевышнего Аллаха? Они не могут это истолковать. Поэтому их недоводы подобно стеклу. Они быстро ломаются и уходят. Подобно пеплу. Приводим еще один пример. Мы утверждаем Ахли Сунна валь Джамаа, что у Всевышнего Аллаха есть руки. И об этом Всевышний Аллах несколько моментов в Коране упоминает и в хадисах пророк саллаллаху алейхи вассалям упоминает. Один из таких моментов. Всевышний Аллах говорит: «Инна ллядина юбайи'унака, иннама юбайи'ун Аллах». Поистине те, которые присягают тебе, они присягают Всевышнему Аллаху. «Яду Аллахи фаука идин». Рука Аллаха над их руками. Конечно, если смотреть на красноречие арабского языка, глубокость арабского языка, они могут сказать, здесь имеется в виду, Аллах поддерживает их присягу. То есть рука Аллаха над их руками, имеется в виду, Аллах поддерживает, Аллах согласен с этой присягой. Да? Мы тоже, может, признаем этот смысл этого аята, что имеется в виду так.
Некоторые салафы даже сказали, что Аллах благословил эту присягу, что Аллах поддерживает, что Аллах снимет с этой присяги. Однако, как можно Аллах упомянуть и использовать слово «я» – «рука», когда у него нет руки, и сказать «рука Аллаха» с их руками, над ихними руками. Они говорят, приводят, например, из арабского языка, где говорят, он руку поставил над каким-то городом. Имеется в виду, он овладел этот город. Может быть, даже под его рукой это все, тема под его рукой. Можно же так сказать? Можно. Арабский язык тоже пользуется так словом. Поэтому мы можем сказать, этому аяте да, может быть. То, что слышал Аллах, имеет в виду, что он поддерживает их присягу. Что он благословил их присягу. Может быть. Однако, мы не утверждаем руку Аллаха Субханаху ва Тааля через этот аят. Мы проводим другой аят, где Всевышний Аллах говорит в Коране. Я Иблису, о Иблис, о дьявол. Ма манаака ан тасджуда лима халакту биядайя. О Иблис, что же тебе запретило сделать суджуд тому, кого я создал своими обоими руками? Астакбарта ам кунта мин аль-алин. Ты возгордился или ты был из возвышенных? Мы скажем им. Это аят Всевышний Аллах разъясняет достоинство Адама, что о Адам отличается от других созданий тем, что Всевышний Аллах создал его своими обоими руками. И этим он был достоин даже, чтобы Иблис и ангелы все, чтобы падали ниц перед ним. Тогда скажите здесь, что о Иблис, что же тебе запретило сделать суджуд тому, кто я создал своим могуществом? Иблис сказал, ты тоже меня создал своим могуществом. Ангел тоже создал своим могуществом. И все ты создал своим могуществом. Тогда в чем отличие Адама от других созданий? Второй довод. Аллах говорит своими обоими руками, биядайя. Получается, что у Аллаха две могущества, что ли? Вот такие доводы у меня. Просто они могут грузить тех людей, которые не знают аяты из Корана, хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у которых нет знаний, они могут загрузить их. Поэтому я говорю, тот человек, который не изучил свою акиду, он подобно компьютеру, у которого нет антивируса. Любой вирус может туда заходить. Любое заблуждение, любой васвас, любой шубха может в его голову зайти. Также та сердце, которое пустая, нет в нем правильной акиды, правильного тавхида, туда любой человек свою тему может поставить. Поэтому мы должны изучать свою акиду, чтобы нас не заблуждали всякие сектанты. Приведем другой пример. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передал Бухари и Муслим, говорит, «Янзилу Раббуна кулля лейлатин иля самаи дунья, хина ябка фулютул лейлил ахир». Поистине наш Господь спускается к близким к нам небесам, когда остается последняя треть ночи, и говорит, «Ман ядруни фаастаджиба ля». Кто будет просить у меня, чтобы я ему ответил? Кто будет молить у меня, чтобы я ответил ему? «Ман ясалуни фаарути». Кто будет просить у меня, чтобы я ему дал? «Ман ястагфируни фаагфира ля». Кто будет просить прощения у меня, чтобы я ему простил? Это слова пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Некоторые начинают истолковать его, что рахмат Аллаха не спускается. Милость Аллаха на небеса спускается. Что милость Аллаха, что ли, говорит им? Просите у меня, я вам отвечу. Просите у меня, я вам дам, или так далее. Одному из имамов сказали, я не верю в Аллаха, который уходит из своего места. То есть я не верю в такого Аллаха, который уходит со своего места. Мы же говорим, что Всевышний Аллах на арш вознесся на троне. Получается, если он спускается, он уходит со своего места. Я не верю в такого Аллаха, который уходит со своего места. Этот имам ему сказал, я верю в Аллаха, который делает все, что он желает. Аллаху Акбар. Вот такой был у них акида. Поэтому манхадж Ахли Сунна валь Джамаа, вера Всевышнего Аллаха, заключается в том, что мы убеждены и крепко верим, и признаемся, и покорились Всевышнему Аллаху полным покорением.
тому, что пришло в его Коране, или тому, что рассказал нам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и мы делаем свои дела в соответствии с этой акидой. И мы не проявляем отклонения ни отрицанием, ни уподоблением, ни искажением, ни толкованием, как есть, так и верим. На это у нас есть много завещаний наших салятов. Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри, рахмаллаху та'аля, имам табиинов. Один из выдающихся мухаддисов, первый человек, который собрал хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит: «Мин Аллахи ар-рисаля». От Аллаха послание. «Ва аля-р-расули аль-балях». Над посланником донесение. Послание от Аллаха. Пророк доносит: «Ва алейна таслим». На нас покорение. Покорность на нас. Что бы нам не передал пророк, что мы должны покориться и верить в это. Имам Удар аль-Хиджра, имам Медини, Малик ибн Анас, рахимахуллаху та'аля, говорит своим ученикам и друзьям: «Ияакум аль-бида», остерегайтесь от нововведений. У него спрашивают: что же это беда? Что за нововведение, от которых ты себя остерегаешь нас? Он говорит: люди бида, люди новшеств, это те люди, которые разговаривают в именах Аллаха и в его качествах, и в его речи, и в его знании, и в могуществе. Начинают разговаривать, обсуждать: это не может быть, это так, если мы так скажем, так получается, и так далее. وَلَا يَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ السَّحَابَ. И не могут молчать от того, что молчали сподвижники. То есть они не могут молчать там, где молчали сподвижники. Сподвижники тоже могли бы этот вопрос задавать. Однако они были верующими, истинными верующими, которые признавали все, что приходило от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть сподвижники могли молчать, а эти приходят и могут молчать. Они умнее, чем сподвижники. Они догнали то, что не смогли догнать сподвижников. Имам Малик говорит: они являются нововведенцами. Остерегайтесь от них. Другой пример. К имам Малику, рахмаллаху та'аля, на урок пришел один человек и сказал: «Ар-Рахман муаляль-Арш истава». Милостливый вознесся на труд. Как вознесся? О, имам. Он сказал: «Алистива ухайру маджбуль». То, что он вознесся, это не является неизвестным. Это в Коране пришло. «Валькайфу гайру маакуль». Как он вознесся, это невозможно понять. Потому что он Господь, мы творение его, мы не можем постигнуть это. Как? Что? Валиману бин неваджиб. А верить в это является обязанность каждого. Мы должны верить в это. Вассуалю ану бида. Спросить, как, что, это является нововведением. Вама арака илля доллян. Я думаю, что ты заблудший, сказал. Ва амара бихи ан юхраджа фа ухриджа. И приказал, чтобы его вывели из маджлиса и угнали его. То есть выгнали его с маджлиса. Субханаллах. Имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, имаму ахли ра'и, имам сравнения, кияса, логики, лучше всех это знал, сравнение, фикх. Как имам Шафии, рахимахуллаху та'аля, сказал: все фукахаи, на них есть благо имама Абу Ханифа. То есть Абу Ханифа научил их фикху, как сравнивать вещи, подобные вещи друг к другу. Этот имам, который имам является в сравнениях и ра'я фикхе, он говорит: «Ла ямбаги ли ахадин ан янтика фи дати Аллахи би шей». Не имеет права ни один человек, чтобы он разговаривал по поводу Всевышнего Аллаха чем-либо от себя. То есть не может сравнение делать в этих вопросах. «Бали асифуху бима васата бихи нафса». Он должен описать Аллаха тем, что описал сам себя. Смотрите, еще он говорит: «Валя якулю фихи бираихи шайан». Своим мнением в этих вопросах ничто не может он сказать. Хотя он имам ра'я. Целый институт, школа ра'я, сравнение, он имам. Он говорит: сравнения не идут в акиде. Табарак Аллаху Раббул Алямин. Также имам Абу Ханифа, рахмаху, говорит: «Ман анкара анна Аллаха Азза ва Джалля фи самаи факад кафара». Тот человек, который отрицает, что Всевышний Аллах на небесах, этот человек стал неверным, говорит. Также у имама Абу Ханифи, рахмаллаху та'аля, спрашивают: как может Аллах не спускаться на близкие нам небеса? Он говорит: «Янзилю биля кайф». Спускается без вопроса «как». Как он хочет, так и спускается. То есть это не ваше дело.
Нуаим ибн Хаммад аль-Хузаи, один из имамов салифов, рахимахуллаху тааля, говорит: тот человек, который уподобил Аллаха на его создание, тот человек стал кафиром. Нельзя говорить, что Аллах подобен на нас. Или Аллах что-то делает, как мы это делаем. Этот человек становится кафиром. وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Тот человек, который отрицает то, чем описал Всевышний Аллах себя, этот человек тоже кафиром стал. Сейчас самые важные слова. وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهَ. И нету в том, что Всевышний Аллах описал себя, или пророк описал его, нету уподобления. То есть не пытайтесь говорить, если мы скажем в соответствии с этим аятом, получается, мы уподобляем Аллаха на его создание. Нет уподобления. В том, что Всевышний Аллах описал себя или пророк его описал, нет в этом уподобления. Сходства нету. Будь уверен, спокойной душой. Будь убежден и утверждай, и поверь во все, что сказал Аллах и пророк, и будь спокойной душой. В этом нет уподобления Аллаха своему созданию. И в конце прочитаем слова имама Ибн Кудами, рахимахуллаху та'аля. Он говорит: «Ва'аля хада дараджа саляфу ва аиматул хали». И на этом жили, говорит, наши саляфи и имамы тех, которые пришли позже. Это акида была у них. На этом жили они. Ради Аллаху анхум, пусть Аллах доволен будет ими. Куллюхум муттафикуна аля л-икрари, валь-имрари, валь-итбати. Все они были единогласны, что мы должны признавать, что мы должны оставлять эти аяты, как они есть. Что мы должны утверждать сифаты Аллаха. Лима варада мина сифати фи китаби Аллахи ва суннати расулихи. Все, что пришло в Коране или в Сунне, мы должны утверждать. Мин гайри таарудин ли тауилихи. Не пытаясь толковать эти аяты, эти сифаты или имена. То, что пришло в Коране и в Сунне. В конце года, вакад умирна били ктифа или атарихим. И нам было велено, что мы следовали за их следами. По их пытам, что мы пошли. Валихида и Биманарихим, чтобы мы взяли себе правильным путем их путь. Акулю каули хада ва астагфируллаха ли ва лакум. Алхамдулиллахи раббиль аалямин.